Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Они первыми приходят на помощь при катастрофах, авариях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Эти люди постоянно рискуют свою жизнью ради спасения чужой. Аварийно-спасательная служба «Юпитер» 1 апреля отмечает 20-летний юбилей. Здравствуйте, служба 112 города Серпухова, оператор Бакулина, слушаю вас. С этой фразы начинается каждый вызов. Пожар, авария, прорыв теплотрассы, упало дерево, заклинило дверь. В такие моменты мы вспоминаем о службе спасения и набираем 112. В течение минуты диспетчер спасательной службы должен узнать как можно больше информации, чтобы знать, как помочь. Я поняла вас, вам нужна консультация. На одну минуту. Мне до консультации нужны все ваши данные все равно. Адрес, пожалуйста. Главное их профессиональное качество – самообладание. В среднем в день поступает более 500 звонков с просьбой о помощи. И они на каждый отвечают спокойно. У каждого оператора есть определенная, наверное, категория звонков, которые, как бы говоря, цепляют. Цепляют именно, например, это все звонки, все, что связано с детьми. Смена в числе 4 спасателей вступила на первое дежурство 1 апреля 2003 года. Сейчас в аварийно-спасательной службе «Юпитер» работает больше 90 сотрудников. Техники за эти годы прибавилось, да и работы тоже. На сегодняшний день они обслуживают более 130 предприятий, которые имеют опасный производственный фактор. Мы открыли новые виды деятельности. То есть если у нас раньше было только поисково-спасательная работа, сейчас комплекс наших услуг очень сильно расширился. Это и газоспасательные работы, и ликвидация пролива нефтепродуктов, и также поисково-спасательные, и аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров. То есть работы много. Личный состав каждые 2 года повышает или подтверждает свой профессиональный уровень. Они постоянные участники международного салона «Комплексная безопасность» уже на протяжении 10 лет. Особое достижение юпитерцев – это более 2500 спасенных жизней, среди которых много детей. Здесь безразличные люди с, скажем так, с безразличием, да, к чужой беде не должны работать, потому что у нас помимо пожаров, ДТП, еще очень много социальной нагрузки. У нас обычно бывает очень часто рутинная работа, когда мы должны каждый день потихонечку, понемногу помогать людям, поэтому здесь и вот, ну и животным. Сегодня Юпитеру 20 лет. С юбилеем их пришли поздравить почетные гости. Я вас поздравляю. Я вам желаю прежде всего, чтобы в семьях у вас был покой и согласие. Низкий вам поклон за ваш труд от всех пожарных нашего подразделения. Все мы вас поздравляем с вашим праздником. Поздравления, почетные грамоты и благодарственные письма спасателям вручили от главы городского округа Сергея Никитенко, от главного управления МЧС Московской области, городского совета депутатов и профсоюза. Мне очень приятно, что я этих ребят всех практически знаю, потому что мы очень часто, да, совместно проводим мероприятия. Спасибо. В настоящее время муниципальное учреждение аварийно-спасательной службы «Юпитер» выполняет весь спектр поисково-спасательных работ, координирует работу АДС предприятий города, принимает звонки от населения по номеру 112 и является единственной в Южном Подмосковье службой, способной проводить весь комплекс газоспасательных работ.